А ну не важно, что двое дальников, давайте еще и ближников всех. Короче, все, ланса берите. Ланса. Или вайда, вайда лучше. Вайда, да. Точно, урсу нам не хватает. Во-во-во. Абсолютно прав. А ты наш капитан, парень? Нет, я просто смотрю, что мы говна набрали ближнего, и нам пизда, короче. Я пошел в лес. Не смешно нихуя, на самом деле. Будем пытаться из говна конфету сделать. Нихуя, мы просто до лейта не доживем. Блять, почему у меня такое ощущение, как будто он на заводе работает, блядь? Вот Леший стоит и думает, покупать куру или нет. Хорошо, ебан, на тебе куру, блядь. Тра куру покупать. Заебли. Что еще? Варды купить? На тебе вардов, блядь. Стоишь, думаешь. У меня красивее. У меня зеленый курьер, у тебя нет. Хорошо, я днище. А, господи Иисусе. Ты взял и варды купил. Хули, если, блядь, все стоят и смотрят. Нахуй нам варды, нахуй нам кур. Да, блядь. Правильно, 40 секунд до начала. Пацаны, а что с брудой будем делать? Еще сентри купить, ну сейчас я работяги, вернусь, подожди. Работяги, что будем делать с брудой? Говорю, подожди сейчас. Нафармишь на сентри, да? Сразу. Конечно, нахуй мне фарм для сентри. Транссаппорт, ебать, хули вы не поймете. Че, мне нравится, у меня есть замедление. Так, собирай меку, братан, смотри, ты будешь врач на блинках. Меку собираешь, блинкаешься к покоцанному и хиляешь. Сюда говорили. Ай, блядь. Бля, у меня помню, Кент все время на кунке играл в саппорта, там арканы меку. Это идея. А еще соберу грейвы и пайпы. О, я вообще, мне кажется, для мартыры догон это вообще прелесть. Это бустер какой-то. Бля, я проебал донатик. Я обязательно на паузе прочитаю. Братан, ты куда? Нихуя ты, блядь, связывальщик какой, а? Жозенький. Подбежал такой, значит. Чик меня, чик. Ой, меня убивают, пацаны. Саппорта убивает, спасибо. Жесткий тип. Я нашел ебаного умника с ебаным топором. Насрал в закатки и начал убивать его гуса. И как ты думаешь, что он сделал? Он застелил. А? У? А? У? Е? А? У? И краткое. И краткое. И краткое. И краткое. И краткое. Икра? И краткое. Икра? И краткое. Блять, тут и так это ману из 100, блять, он еще, сука, сосет. Ну это пиздец, блять. Застилить своего гуся это жестко, на самом деле. Не отдает вообще никакого преимущества, на самом деле. Раз даже гуся своего стилит. Спасибо. Ты, блять, спасай, спасай, меня убивай. Блин, еще донатик надо было бы прочитать, но у меня альтабну со времени нет. Эмбер какой-то наглый стоит. Да ты охуел, Вася, иди отсюда. Сейчас-то щит закончится у тебя, и мы будем с тобой общаться по-другому, парень. Он за баунти побежал. Ну, блядь, ну что ж, да нахуй. Ты чё, Вася? Колов ФПшный лоба уходит, это обидно. Пошел отсюда нахуй. Так, мне надо на тапочки теперь насобирать к первой ночи. Убивать собирается. Хорошо сыграно. Вообще заебись, если честно. Чем как боги, блядь. Так, а что там по рунам?
Там Эмбер, наверное, на боте забрал, или он на базу побежал вообще. С Брудой у нас большие проблемы будут. Да, тут забирали. И это был Эмбер. Так, кто там у нас донатил? Спайерна, поздравляю, с поздравлением, хорошего стрима, крепкого здоровья, всех благ, бедный студент из Нижнего Новгорода. Спасибо большое тебе, парень. Нашел время все-таки огласить твой донат. Дай бог тебе здоровья, парнишка. Так, мне нужен тапок. А, у нас перчатка едет, я понял. В боковом же нельзя перчатку купить, сори. Так, у нас на чамба началась, но у меня тапок до сих пор нету. Гембер мисс, осторожней. Не, уходим, уходим. Уходим, копы. А куда это мы побежали, Эмбер? Нет, ты уже, братан, не убегаешь. Спасибо за танк. Так, возьмем пока пассивочку возьмем. Надо седьмой и поедем по линии. Блять, высосал то, чего так не было. Уходим, 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 леший, леший. Я его не возьму, маны нет. Сейчас за рункой надо забегать. Чем я не могу помочь? Рунка обязательно нужна, и настигнем его еще раз. Хай, Альберт, здорово. Сложный ник. Бля, Эмбер все-таки там что-то подобрал, да? У нас ливер. Блять, Эмбер вернулся, да? А, заебали эти паузы, дайте нормально поиграть. У меня даже сейчас стримит, его 100 человек смотрит, как же он ебошит. Это про кого? Это про меня или про инмейта? Дети на заднем плане, работяги божат на 1к ММР. Так он ливнул или что? Я что-то не услышал последние слова его. Лайк Леону, норм саппорт. Что там у Леона? 3 ассиста? Он типа, он считает, что они выиграли игру уже. Хотя может быть. Бля, мне надо хоть куда-то выйти. Что ли? У Эмбера есть ТП-шка, и у него, по-моему, 6-й левел есть. Блять, ну он почему-то не фармит. Окей. Бля, у них есть вижен, интересно? То я сейчас забегу такой с волосами назад, мне пизды дадут здесь. Да ебать! Где люди? Опачки, дум. Сталкер, осторожно, сзади. Лучше Леона, бей, братан. Да, отходим, отходим. Давай сейчас на развороте, они побегут за мной, и Леона мы убьем. Не надо. Мы сейчас туда в лесу будем третий.
Я хочу что-нибудь у вас состилить, можно? О. Как же нам сложно в этой игре будет, ёбнешься. Нормально. Так, где моя Сенчиндьяша? Будем в ДД у жесткого уходить, жирного. Блядь, пожалуйста, нам нужно... Нам нужен пати для Alpha Dead. Это надо будет с бандой играть. Я знаю, что они начали катать уже относительно говоря недавно. На бот тебе надо, только с просветом. У меня сейчас ночь кончится, и это Габель будет. А у них там бурда. Обахасла! Алек, нагни их. Во имя корней семени и всей хуйни. Кто хочет, чтобы Алек запотел и вытащил в Селянова катку плюс в чат? Аден, спасибо большое, я постараюсь. Честно, буду пыжиться изо всех сил. Мне надо ночь получить сейчас. Слишком много в миде постоял. Эмбера нет, ребят, осторожней. А, он на боте. Он на боте, да? Окей. Но лунок нету. Эмбер бустер какой-то. ГГ. Чё ты, блядь? Ещё не успели катку до середины игры доиграть, а уже, блядь, ГГ, МГ. Начинай, да, вот эту хуйню ебучий шакал, блядь. Блядь. Пиздец вообще. Опачки. Что? Поехали на перерез. Сейчас мне пизды еще. Ты будем стоять трон защищать, тут 2 ГГ. До этого момента просто неприятности расскажешь. Первый есть? Нет, КД был. Он сейчас прилетит, скорее всего. Не, я вижу, вижу. Скорее всего. А, может быть, кстати. Не, не прилетел. А, вот прилетел. Это что за бруда? Ёбнешься. Ну, лучше бы станчик дали, конечно, вместо этих молний бесполезных. Ребята, у меня задание до 13 минуты запушить тавр. Давайте снесем тавр, раз мы уже все здесь. У меня диаболиков нет. Мы с руки забьем, мне кажется. Давай. Бруду в инвизе не убьет, поймал нас. Тихичка, пожалуйста. Твою мать, это будильник? Меня раздражает просто будильник, вы извините. Детская травма. Ну пиздец. Будильник. Ёбаный рот. Там такие писечки остались. Кстати, он меня убить хочет. А, я не могу от него защищаться. Он меня убивает. Чё, с Бэт Эмбера защищаться? Маны нет. Маны нет. Блять! Они его не убьют, да? 5 секунд. Кабрис, пожалуйста, собирайся в танка. Не собирай гоним, блядь. Не собирай хуйню, собирай обычный бэдмейл, вангард, блядь, и тараску. Дайте застили. Без вот этого хуевого фанатизма. Найс! Боже. Найс! Найс! Эх, ты зря Баланара взял. Ну, просили людей, это что делать? Не варик было отказывать. Так, венику бы как-то ебло оторвать. Я, в принципе, могу оторвать ему ебало, чё он. Чё он наглый такой стоит? Так, он умрет, да? Я надеюсь. Да, он умер. Блять, боль какая? Какая боль? Ты серьезно, блядь, ну я ж нажал урну. Ну на та 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 блядь, ублюдская игра, нахуй. Это буст, да. Если так можно назвать это, то это буст. Надо дума генчить. Надо кокнуть его.
Я сейчас кого-то найду. Как мы его, а? Как мы его? Ломаем, да. Вообще, как малыша. Пока рано, сейчас подойду. Просто в клочья. Просто был в ахуе. Ебать, он толстый. Братан, иди сюда! Да я тебе ебало набью, ты охуел. В принципе, может быть, даже что-то и получится. Нет, я закидываю. Натащи катку, будь царем. Даешься, да. Очень тяжело будет. Так вот просто берешь и даешься. Это Space Created, guys. Space Created. Смотрели стримы, ребят? Я не хочу, чтобы у меня мозги через уши вытекли. Если смотришь стримы, вытекают мозги через уши? Блять, от некора ты, да. Видите, ребят, Space дали, я убил Дума, их керри, и вы Тауэр взяли. Видали как? Как мы можем? Бьём. А вон там атака, атака, смотрите, какая неприятная. Защищайте козлика. Бестлбэк, воюй, воюй, братан, как до последнего воюй. Сука, меня бурда убил. Нормально. Сзади Астер Сайленс, на него можешь. Там КД. Щимим, 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 дотавал, дотавал его. Ходите на это. О, блин. Фак! Поебалу. Поебалу с перчаточки. Я тебя убил, парень. Он этого не видел, блять, никогда в жизни. Это задана, называется эта тема. Ай, блять. Убил меня, убил союзник, блять. Вася. Бил, если бы он тебя бросил и ушел бы. Он мог выжить, дай хуй на него. Он эту херню накидывает просто сразу. Не умеет тупо нормально. Я выжил, этот взял мне ебанул. Я тебя куснул, парень. Двоечка просто, боковая в челюсть тебе, ляп-ляп. Даже не двоечка, там джепик был. Джепик маленький. Регенчик, он хотел взять гадюка ебаная. Слушай, ты еще Сашу Яшек убил, ты что, еще быстрее хочешь быть? Я пиздец, я хочу как Бэтмен. Че, Саша Яшек, это где Максим? Смотри, какой Мансур, а? А Мансур Андреевич, давай его. Че он умеет? Не, он за того рухался. Я сейчас ночь включу, я ему ебал отобью. Вверх пришли, лянь. Вы доверяете мне, ребят? Вы видели его, он боится меня. Да, абсолютно. Доверим. Так, а там Дум в КД, да, или не в КД? Я пошел за Тауэр. Ну да, секунду. Надо атаку, ребят, надо атаку. Я понял, саппорт, короче, кур не апать, никто не апать. Я обещал, ребят, наебать, наебать. Играем в что? Где? Когда? Счет 0-0. Первый раунд. Внимание! Вопрос. Почему существует мнение, что вся бытовая техника работает на белом дыме? Алик, у тебя минута на размышление. Плиз, не доджи. Она может еще под визу ходить, осторожно. Сейчас, ребят, секунду. Вы знаете. Секунду, сейчас прочитаю. Про бытовую технику, это очень интересный вопрос. Так, поехали. Тварь, она один. Начинаем.
Так, санная шахматная кобыла. Играем что, где, когда. Счет 0-0. Первый раунд. Все внимание, вопрос. Почему существует мнение, что вся бытовая техника работает на белом дыме? Алик, у тебя минута нарушения, песни тот же. Может быть, потому что это пар? На пару работает? Хотя я сомневаюсь. Какая бытовая техника работает на белом дыме? Я что-то вообще впервые об этом слышу, если честно. Я лечу, команда! Правда, ночи нету. Батька Кембер, блядь, прыгает. Блядь, сжёг мне магии, блядь. Нихуя я прибежал. По-моему, это ошибка. По-моему, это ошибка, ребят. По-моему, ошибка. Убегай. Убегай. Страшная ошибка. Ну, я смотрю, ты там уже лапку тащишь. Критическая, критическая была, ребят. Я почти уходил. А это Space Created, блядь, для лишрачка. Видали? Видали, блядь? Денег, блять, выеби там всех. Спектра, до конца, братан, не ссы, не ссы, почти. Мидас не заюзал, критическая ошибка. Кстати, Мидаса мог его забрать, он был лол хпшник. Экзекут надо было покупать. Так, а что почему нельзя Мидаса врага с низким здоровьем забирать, вот, блять. Правда, так, два раза больше опыта и денег. Правильно, нахрена ульта Акса? Мидас купил, ты с ультой Акса. Когда дым выходит, техника не работает. Ну да, это логично. Что пушить будем? Давайте мид. Я как бы здесь. Ну, нам нужна натуральная можно ночь, ребят. А да ну нахуй на миде. Там, давайте натуральную ночь подождем, ребят, и потом будем что-то делать. Это 20 минута. Там у тебя ульта, я не знаю, я не это, я не астролог, бесконечно. Я не Павел Глоба, я хуй знает, когда ночь начинается. Ну ждем 5 секунд. Ночь начинается через 6 часов. Я ж там бета продлевал, ребят. Было дело, я помню. Не начнется она сейчас. А нет. Ну вот. Опа. Опачки, а поехали, да, поехали. Стрижка началась, ребят. Стрижка началась, у Леона, ребят, проблемы. Вон шухер на фантомку. Там бьют наши. Пизда мне. Ебать, он толстый, алло. Просто пизда, сколько меня всего накидали. Пропустите, пропустите, отпустите меня в Гималай. Олеша не ультой против щита его. Да что ты делаешь, зверюга? Щит кончается. Ёбаная насекомая. Ну, пока он кончался, он тебя убил по чуть-чуть. Как-то меня там разорвали. Опачки! Непонятно. Иди сюда, Валет. Подарочный. Кто там следующий? Виномонгер. Мама твоя, боже, хорошая женщина, поднимается. Наверное. Сюда иди. Щека. Я тебе ебало оторву. Кто это? Ребят, дихлофос нужен. Есть досты у нас или что-нибудь такое? Я на базу поехал. Натуральная ночь через 2 часа. Ну да. Когда стрим с Тимуром, Алик, ты best of the best in the best. Спасибо большое, парень. Не знаю, когда с Тимуром мы поедем. В субботу, может быть. Нам нужна качественная атака, ребят, пока ночь. Идемте. Смотрите, ребят, пассажира нашел там лотар. А вон дальше есть люди. У меня нет сальника. Короче, пока пора что. Покупать просвет. Начинайте его тушить, я его сзади буду принимать. Думас. Тут бруда. Легкие, легкие. Мне ломает лицо. Уходите оттуда. Я тебя, по-моему, вообще она убили. Она уйдет. Еще регенится, паскуда. Ай, ой, 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 чет мен, оу, чет мен, оу, камелуки крейзи вайт нау. Я за руной, ребята, вернусь. Отходи, он же замедлит отправление. Чуть лицом стал. Experience! Ёбнешься.
Вариван, спасибо большое за подписку. Дай бог тебе здоровья, парень. Добро пожаловать на стрим. Я рад, что ты с нами. Тут никого, походу, не будет. Я ушел отсюда. За бикобещечкой. Так, нам нужны молнии. Немножечко молний. Ребят, молнии возьму против паучихи, хорошо? Найс. Бля, нихуя там дождь начался, что ли? Еще и жёстенький, я аж через наушники, блядь, услышал. А есть засты? Нету, да? Ну и хуй на них. Нам не нужны засты. Но мансер тоже лотар, ребят, нам ночью надо много вижена. Точнее, гем нам, наверное, нужен. Может, гем купить? Ну, у меня пока не хватает, я потому что... Сзади. Бля. Он наш, братан, хорошо. Я не могу залить. ТД возьми. Изи. У меня есть ночь. Танкуем, танкуем. Пошли. Бриста, по-моему, это, там что-то там. Или пытаются насиловать. Ах ты шлюши помет. Сказал. А чё, Эмбер далеко? Далеко собрался пройти-ка тут? Я его сейчас подловлю тут. Иди сюда. Богоподобный вампир тебя нашел. А господи боже мой, ждал отпускных, чтобы наконец-то подписаться. Алек, ты топ. Не планируешь сыграть в банде с Дредом и Лешиком при возможности? Лешик. Удачного стрима и не болей больше. Спасибо большое тебе и за подписку, и за поддержку. Спасибо. Я постараюсь. И кто ходит, пошли на них же. Если ворвемся. Хотя там после 20-го их не будет. У меня тоже, по идее, не должно было быть, но... Там есть просто планы небольшие, инсайды, которые не могу выдавать, хотя они, может, уже о них даже и говорили. Натуральная ночь, ребят, нужна. Да, если что, ты продолжишь. Ну, надо ждать еще минуты две. А нет, только день начинает. Ну, где? Можно фармить спокойно. Это не... Руна сейчас появится, кстати. Я знаю, да. Ладно. Надо будет молнии заапгрейдить еще. Мы знаем про лыжи в конце февраля. Все. Все, раз знаете, ребят, про лыжи тогда. Лобристы, ладно, соберем. Сноуборды, лыжи, да, будет после 20-го сноуборды, лыжи. На 3 дня. Натуральная ночь, КПЖД. Не такая натуральная, ребят, как вы могли подумать. Улетел, да? Хорошо. Пойдемте бот попушим, это последний внешний тавр остался. Потихонечку, так сильно напрягать не будем. Блин, через минуту ночь будет натуральная, так что... Я бы там речи не торопясь, мы подойдем, тихонечко тавр подпушим, а там и ночь... Он не останавливает таймер как раньше, да, ребят. Им продлевать ночь нельзя уже. Еще минута. Ой, поломай. Живая. Да, спасибо. Возле пауки на тебя видно. Ух ты. Бля, да что они только в меня все ебут? Будто я самый опасный. Блять, даже не понимаю, что не меня надо убивать. Да че это? Да ебаный рот!
Да, ёжик отъедет, жалко. Чё-то они пятером умерли. Не-не-не, отъедет, пассивки-то нету, лол. Чё-то они не торт. Когда будешь брать новый аккаунт, пока не знаю. Уже новый, боже. Блять, сюда Эмбер даю босса, ему, блять. This is Мидер. Майдер. Как он написал Майдер вообще, получается? А ты умрёшь, жирный леон, блять, ебать он толстый. Толстый жирный лев. This is my... Какой-то грубиян на Эмбере. Грубиян Эмбер какой-то. О, господи! Oh, shit, man! Come and look crazy right now, Виточ. Да хотят? Хотят, пиздец. Дум, блять, вон, по колено штаны спустил и бежит с бубукой, блять, за мной. Я на развороте, блять, сейчас тебя найду, валет. Ты хули думал? Осторожно. Гнался он за мной, гнался. Эмбер не могёт сегодня. Спектра, ты рискуешь, братан. Так, мы сейчас думаем, тут где-то будем ловить сейчас. Оп-оп-оп-оп, вылезай. Шаверма, вылезай. О, видели. Там Люцифер был. Бурда. Сейчас бы сетки выбежать. Сейчас бы, блядь, и сеточки выбежать. Я попробую в них залезть. Так, Башарочек. Опачка подошла. Башарочек сейчас начнем собирать. О боже, какой виномсик. Лол, а пассивки-то не будут, мы никак не умрем. Ну я, по крайней мере, вот фантом кому что умрет. Он не настолько меня накидал, как всего. На крипах от... Нормально. Он хорош, тактически, он хитро сделал. Зашел под инвизор. Я тебя ебал, он в его лет, пошел нахуй. Ну, тебя ударить. Что-то... Ну, что-то у него не по плану. Почему они все на топе сидят? Дайте башу пойду заберу. Ты. Я за башером. Не заметьте, что у Бурда? Идемте на бот сместимся, алё. На бот. Борис, Бурда. Мне казалось проще вверх, потому что там крипы хотя бы. А здесь таура нету. Первым у тебя вообще нафиг. Не нужно, ты сам как там уйдешь. О, господи. Блять, видишь, меня все кидается. И Эмбер просто на все слоты, блять, заехал сюда. Ты в меня? Ты в меня Дум кинул? Ты серьезно, блять? Пауку пизды. Иди сюда, блядь, выходи. Ой, на... а можно вторую, выходи сюда, блядь. Я говорю, выходи. Я вся твоя, блядь. Выходи. Только рампагу не дают. Мы почти его взяли, братан. Дом построил, убил человека, здоровый, есть бабла, уломаешь любую, спишь с женой, сексуальный калека, а иначе ебал бы другую. Что? Дискорд, спасибо большое за поддержку. Не совсем понял, о чем речь. Но мне нужен абузальчик, определенно. Ну все, изи. А пузальчик. Ты догончик решил взять? Это хорошо. Не удержал.
Вот там убивают тебя, что ли? Ну а как же задынается? Да они убьют, я долбанулся. Ну что, ребят, молодцы, без саппортов можно выиграть, согласитесь? Па, красавец. Ну да, Мартра покупает куру, все воды, как надо, братушка, братушка, все как я нужно. Я купил, было. Ты подождал просто. Это был тайминг его закуп, мы их ввели в заблуждение и выебали. Я понял. Я понял, хорошо. Кстати, вот за игру. Вам спасибо. Па, смотри, сейчас веник опять будет менять и то же самое делать. Это было легко. Ты выздоровел? Ну, Тима, ну так, средненько. Пиздец. Пока еще хвораю, но получше уже сегодня. Здорово. Нахуй саппорта, если они не убивают. Правильно, что? Ребят, как, какие мой, нахуй саппорты? Вот где? Лишарчок был нормальный, в принципе. Но это хардлейнер. Это не совсем саппорт. Так, и у нас еще плюс 25. Это найс. 1094. Так, редактировать. 90... Это 8, блядь, 94. Will be done, me. Come and look. Чё ёжик делает? Какой ёжик? Как здоровится? Будет ли ваша гильда вов открытой рано или поздно? Я не знаю, time to push. Возможно. Возможно и нет. Умоляю, тише донат. Можно чуть-чуть тише стрим сделать, парень. Он и так не особо громко кричит. Это Амахасла. Я сегодня её ещё тише сделал. Так, ну что, Ревзи? Чё у нас там по стриму? Только 3 часика снимем, ебать. У меня такое ощущение, как будто я часов 12 на заводе отхуярил. Это все, мне, блядь, еще простуда, походу, отдает, что я не вывожу пока долго играть. Но пока что мы заканчивать не будем. Сейчас я к вам вернусь, ребят. С Лордаром в итоге и Калаван сейчас поедем на Слардаре на рыбе. Будем трепать молодых. А Махасло потише по-братски. Ребят, ну я и так 10% сделал. Если я сделаю еще тише, я сам ее слышать не буду. Боже, какой же ты крутой. Анкл Джонни. Спасибо, дядюшка Джонни. Дай бог тебе здоровья, парнишка. Так, ребят, 2-3 минутки перекурчик. Далеко не разбегайтесь, я к вам вернусь. Татьяна. Щирия!